Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвижинська, 32. Та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm. Thank you.
Вечер. Ага. Спасибо, что пришли сегодня, дамы и господа. И мне бы хотелось для начала представить бенд, который для вас сегодня будет играть. Это Галицкий Павел Анатольевич на барабанах. Я знаю мало людей, которым исполнили свою детскую мечту, но знаю хотя бы одного. Хороший человек Александр Емец. На контрабасе. И гроссмейстер левого берега Александр Малышев на фортепиано. Саксофонист, продюсер, хороший человек, композитор, продюсер, аранжировщик, вокалист. И я говорила продюсер. Продюсер. Богдан Гуменюк на тенор саксофоне. Первая песня, которую мы сыграли, называлась «Through the Wormhole». Я написала ее наспор. Мы поспорили с одним молодым человеком, что написать мелодическую песню, такую красивую, мелодичную, очень просто. Так я и написала ее, в общем-то, за неделю примерно. А дальше мы сыграем песню, которая называется «If you know what I mean». Там все проще, я написала ее просто в метро. Спасибо. Thank you.
Спасибо за бурные аплодисменты. Так лучше, получше. Песня, которую мы сыграли, называлась «L'homme avec les yeux le menu». Если кто-то знает французский, пусть меня поправит. Она переводится как «мужчина с горящими глазами». Но она написана, скажем так, для конкретного, можно сказать, мужчины. И у него не только красивые глаза, но и все остальное. Да. Следующая песня будет последняя в этом отделении. Она называется «CM», и это была первая песня, которую я написала. Спасибо. Thank you.
Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвижинська, 32, та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm.
Спасибо. Песня, которую мы сыграли, называлась As Good As It Gets, что значит «лучше не бывает». Ну, лучше просто не бывает, поэтому... Следующая песня называется «Тахион». Ну, я думаю, все знают, что такое «Тахион», что это не бабочка, это не птичка, это... Кто-то знает, кстати, может быть, действительно? Нет? Нет? Неплохо, неплохо. Садитесь два. Но, в принципе, да, правильно. И на самом деле, если двигаться быстрее скорости света, то ты как бы движешься во времени назад. Вот, спасибо.
Небольшое лирическое отступление перед грандиозным финалом. Да, знаменитый стандарт My One and Only Love.
последняя песня сегодня будет, так совпало, что это последняя песня, которую я написала на данный момент. Называется она «Ultima Thule», что с латыни означает «очень далеко» или как-то так. Недавно нашли такой самый дальний объект от Земли. Может быть, кто-то слышал об этом? Нет? Нет? Никто? Самый дальний астероид в поясе Койпера. Верно, ладно. На самом деле у меня были проблемы с этой песней, я долго не могла дописать ее, мне чего-то не хватало. И мне позвонила моя подруга, она живет в одном очень солнечном месте сейчас. И я решила, что посвятить ее стоит не только этому астероиду, но и всем украинским эмигрантам, которые сейчас проживают в Израиле. Вот, спасибо. Thank you.
32 за то, что он есть. Спасибо Артуру за то, что он хороший арт-директор и что он тоже есть. Для вас сегодня играли Паша Наев-Галицкий на барабанах и тарелках. One and only мистер Александр Емец. Рояль у нас черный, но будем считать, что он белый. Поэтому на белом, как жизнь, рояле Александр Малышев. И на тенор-саксофоне Богдан Гуменюк. Меня зовут Натали. Спасибо, что пришли. Мне 22. J'aime la musique, je préfère le jazz. И авторская музыка на ваш праздник. По вопросам сотрудничества просьба обращаться к нашему продюсеру. Спасибо. Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвиженська, 32, та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm.